Роб, вот они за... Котики, наверное, ищут человеческие жилища. О, спасибо, Спайдермен. Золото. Никогда не видел, чтобы здесь никого не было. Да, вот же не верите. Я этого не забуду. Спасибо. Вы, ребята, совсем с ума. Кажется, они выходят из фундамента. Сколько это? На пресс. Генератор семьи очень много. Вот значит, где их создает. Один уже получил.
с людьми сражаться. По-моему, это ловушка. Пришел. Постер. Это вы мотали меня. Хотел сказать, что ты почти такой же, как я. За исключением того, что ты более агрессивный, чем я. Жестокие создания. Когда-то вы сами это поймете. В конце концов, это время придет. Запомни, я доберусь до вас. И затру вас в пепел. А теперь, жалкий спайдер. Ты умрешь. Уже слишком поздно стать друзьями. Что такое Кипри Контра? Это светящаяся штука, словно источник его сил. Я уверен, что я смогу их всех обменять с сияющими сетями. Нет! Вы узнаете, что я сейчас делаю. Теперь ты попался, спайдер. Положи это вниз, болван. Эй, что такое Кинг-Контра? Это... Даже и не думай. Если ты захватишь Джайант, то я захвачу Вегас. Прекрати свою бессмысленную войну, Спайдермен. Кстати, о войнах. Кто за всем этим стоит? Я никогда не скажу, как победить Мистерио. Но нападение симбиотиков можно остановить. Нападение симбиотиков? Их стало больше? Ты дурак. Ты даже не представляешь, сколько их будет. Они приготовились к тому, чтобы напасть на любого гражданина Нью-Йорка. Ты глупый Мистерио. Откуда? Откуда они идут? Через воду. Здание номер 65. Секретный проход. У них есть задание уничтожить тебя. Кем бы ни был твой босс, он дурак.
Никто не может контролировать симбиотиков. Поправочка. Никто. До сих пор. Подавись своей пропагандой, хорошо? Это не игра, Мистерио. Симбиотики разрушат все на своем пути, поэтому мне надо остановить их.